Вот она появилась, наша первая бабочка. Так, она вот вылезла вот из этого вот кокона. Вот, уже ничего там не осталось. И вон она поползла, прям буквально, наверное, минуту-две назад. Смотрите, она еще не до конца расправила свои крылышки. Другие еще висят у нас. Она спряталась. Рождение новой бабочки. Пока еще такая неуклюжая. Залезла к другой куколке.